Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к самому волнующему моменту сегодняшнего шоу. Сейчас мы увидим финальную таблицу, на которой будут наши участники. Кто на первом месте, а кто на последнем. Итак, на первом месте сегодня Александр Песков и Юлия Бертас, набравшие 36 баллов. Это максимум. Ну а две пары, которые разместились на 9-м и 10-м, соответственно, местах, это Юлия Савичева и Жером Бланшар и Максим Аверин, Анастасия Гребенкина. Честно говоря, мне очень жалко с вами расставаться, но я знаю, что я расстаюсь с вами ненадолго. Настроение сейчас, я понимаю, что не ахти, но тем не менее, пару слов хотим услышать от вас. Мы будем бороться, сказала Юля дрогнувшим голосом. Нет, все хорошо на самом деле. Взлет и падение – это нормально. Максим, Настя. Я думаю, что шоу «Must Go On»? Конечно. Естественно. А дворовые коты не сдаются. Я тоже так думаю. В ваших силах вернуть их в шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия». Поэтому сейчас запоминайте номера участников и магические цифры телефонов. За пару номер 6 Дана Борисова, Сергей Сахновский голосуйте по телефону 8 803 333 5006 или присылайте сообщение с их порядковым номером 6 на 61-62. За пару номер 10 Митя Фомин и Елена Романовская шлите смс на номер 61-62 или звоните по телефону 8 803 333 5010. Те, кто хочет поддержать пару номер 12, Юлия Савичева и Жером Бланшар, звоните 8 803 333 50 12 или отправляйте свои сообщения на номер 61-62. Голосовать за пару номер 9 Максима Аверина и Анастасии Гребенкина можно по телефону 8 803 333 50 09 или прислать смс с их порядковым номером 9 на 61-62. Вы можете голосовать сразу после окончания эфира. Голосование продлится до 6 вечера в понедельник. Я с вами прощаюсь до следующего шоу «Звездный лед». Напоминаю, что это будет гала-представление. Много сюрпризов. Номера от олимпийских чемпионов. Блестящие звездные номера от друзей нашего шоу. И, конечно же, номера 4 пар, которые выбыли, но, видать, ненадолго.